Ой, девчонки, вы меня простите, пожалуйста, что мы вот с Сашей, с Солодухой, как-то нарушаем вот этот ваш девичий разговор. А хотите вариант мужского ответа на этот вопрос? Конечно. Если вы будете одинаковыми, вы нас будете огорчать. Поэтому всегда будьте разными, делайте все по-своему. Вы лично никогда не останетесь в одиночестве. Вы всегда в дуэте. У вас все время рядом ваш аккордеон. Лучший друг аккордеон. Да, да. Лучший друг женщины.